Зива у нас на машине. Это было неплохо, это было неплохо. Это первый фраг для команды Team Vitality. Также попытка выхода в мидл. Здесь Алекс. Все спокойно, все чисто и красиво. От команды Vitality делает фраг Алекс. Еще один, правда, есть ответ, но тут же Apex подстраховывает. Неужели дадут это сделать? Итак, ДФ. Установка бомбы. Айвана не отпустили. Ну, вот опять-таки же. Далее. Стоило ли этого, да? Сейчас на Vitality поджимают Т-шку. Так, вот этот провал. Орешек куда-то побежал. Ой-ой-ой-ой-ой! Это 0-0-5, это зеленый свет на базу Б, ну, по крайней мере, так думает просто. Но здесь есть еще Алекс, Алекс. Есть первый, есть второй. Ну, вот на третьего силенок не хватило. 2 в 3. Итак, выбивание пошло. Максимальное количество гранат. Апекс сделает первый минус. Айвана забрал. Алекс еще одного хоронит. Ну, просто идеально. Как-то без шансов. А бомба? Бомба за испанским. А смог есть. О, здесь будет тяжело. Тяжело, тяжело, очень тяжело будет Фларичу. Ну, и он в итоге погибает. Фейк-выход на мидл. Видишь, так, где бомба? Айван ЦВП попадает по Зиву, но это прострел или попадает в ногу. Ультимативная буквально позиция от Team Vitality. Падает на респаун деф, перестреливает Зиву. Это интересно. NBK потерялся, а так все равно сделал минус по дефу. И тут же отличный выстрел по Екендару. Ну и последний у нас Фларич также погибает. Это просто они прекрасно об этом понимают. Пытаются перестрелять своих оппонентов. Есть размен. Нужно дальше двигаться, потому что времени все меньше и меньше. Ой. Эта позиция была неожиданная. Так, ну что, это будет попытка выхода на базу Б, а здесь дробовик, Айван, есть первый минус, забрал РПК, но Apex отвечает. Кинзор. Да что? Как он это делает? 3% здоровья, 2 хедшота залетает по Апексу и Алексу. Что-то сомнение появляется. NBK прочекал Т-шку, Фларич забирает Зиву, серьезные проблемы у Натана. Так и куда нож? Успевает! Раздобыл информацию о местонахождении игрока команды ProStorm. Попытка прохода в окно, Кинзор хоронит Апекса. Ой-ой-ой, куда? А зачем он полез? Вот из двери только что вышел Иван, он был неправ. И это могут быть проблемы. Нет, все-таки здесь справляется на пленте. Смотрит два игрока команды просто. Ну, обязаны слева проверить. Нет, не проверили. Не проверили. И он не убил! Так как же так? Ну что это такое? Так, у нас выход на лонг. Team Vitality. Серия гранат. По-моему, много игроков слепых, но все-таки из этих перестрелок выходит... Просто без шанс. А, ну да. А, ну то есть, в принципе, да. В принципе, я понимаю. Я понял, да, я понял. Ну, то есть, это попытка максимально выдавить какой-то результат. Да, но раунда. Стоило ли здесь поджимать Т-шку Б, и, в общем-то, решили... Ну, просто можно было чуть сейфе сыграть. Ну да ладно, здесь мы видим, что Фларич делает 2 минуса. Исполнение, исполнение. Vitality. Итак, пока что четко, без проблем. Еще Орех забирает дефа. Казалось бы, укрепление апланта должно делать хотя бы минус в этой ситуации, но нет. Под дымы постараются пройти, но просто готовят контратаку. Но нет. Это разве похоже на контратаку? Это избиение младенца. Апекс, NBK и еще раз Апекс сделают 3 безответных минуса. Фларича также хоронят. Последний Айван. О чем это говорит? То, что морально очень плохо подготовлены просто. То есть вот не стрессоустойчивы. Вот если бы так убивал Айван. Зиву 2 минуса на базе Б со снайперской винтовки. Забирает третьего на контролском спауне.